В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией и необходимостью усиления темпов иммунизации населения, прививочные пункты района переходят на ежедневный режим работы. С этой недели прививочная кампания от COVID-19 на территории Кашхабского района будет проходить на базе Кашхабской центральной районной больницы и врачебных амбулаторий села Вольная, Натырбово и поселка Дружба и по воскресеньям. Ежедневно прививочная кампания будет осуществляться с 8 до 14 часов. На сегодняшний день в Адыгейской республиканской клинической инфекционной больнице в госпитале находится 198 пациентов. Из них 12 человек лежат в реанимации с тяжелыми формами заболевания. За предыдущие сутки к нам поступило 14 человек с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией и 15 пациента с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Хотелось бы отметить, что в новой волне новой коронавирусной инфекции более высокая частота и регистрация тяжелых форм заболевания. Отмечается более молодой возраст. С мая 2021 года в госпитале Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы госпитализировано 11 провакцинированных пациентов. Хотелось бы отметить, что заболевания в этой группе протекали чаще всего в легкой и средней тяжелой форме заболеваний. Тяжелые случаи не регистрировались ни разу. И в настоящее время, помимо лечебного процесса, который протекает, проходит в условиях госпиталя Адыгейской республиканской клинической инфекционной больницы, в больнице проводится еще капитальный ремонт за счет средств благотворительного фонда «Совмена».